Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа. Сегодня 14 июня 2019 года. И я нахожусь вот здесь, возле этого поклонного креста. И в месте, которое я всегда называл уголком старой советской Анапы. Недавно, буквально по распоряжению мэра Полякова, здесь все привели в порядок. Вот эти скамеечки, на которых я сейчас сижу, вот сделали, и вот там женщина сидит, и, в общем-то, там они, правда, покосились, развалились, но их не стали так радикально перестраивать, а вот только вот так восстановили, лаком покрыли, ну и кое-где здесь вот дорожку подлатали. Место вообще такое интересное, конечно. Я вот когда сюда на велосипеде заезжал, и тут вот сразу так раз, и тут такой обрыв. Вот, очень так экстремально здесь ездить. Никакого бортика нету. Конечно, можно было бы здесь сделать бортик. Хотя, в общем-то, если даже туда упадешь, я думаю, так особо не покалечишься. Вот. Хотя дети, конечно, могут уступиться. Ну, что еще здесь? В общем-то, ничего особенного. Там у нас уже набережная и морской порт, фонтан, рассыпанные бусы и парусник, алые паруса. Котярова здесь такой лежит тоже. Ну, конечно, здесь вот я бы еще дополнительно поставил мусорные корзины, потому что явно здесь не хватает. Вот тут вот фотосессия проходит, девушка фотографируется. А там мама с ребенком отдыхает и погружена в переписку. Ну, в общем-то, место неплохое. Единственное, конечно, если бы здесь еще сделали более-менее такие настоящие газончики, бы постелили с зеленой травкой, а то как-то здесь слишком уж все пересохло. Да и, кстати, дождей не хватает, уже пора бы все обещают синоптики, и, как всегда, ошибаются. Вот, там вот видно колесо, обозрение новое, уже кабины навесили. Вот. Хорошо смотрится, когда оно вот просто белое, никаких излишеств. Вот. Ну, а эти вот так. Мусора, конечно, здесь хватает. Видно, что люди здесь присаживаются покурить, распить чего-нибудь, минералку, например, стаканчики после себя оставляют. А здесь это что такое, вот прямо раз и упало, какие-то камушки сыплются откуда-то, странно. Камушки откуда-то раз и свалились, как будто бы сверху. Странно. Ну, что еще? Ну, в общем-то, и все. Друзья мои, погода сегодня, ну, жаркая. Просто сейчас вот облачность и солнце спряталась, и очень даже хорошо, ветерок такой дует, приятный, прохладный. А я ездил сегодня, покупал книгу, вот это по просьбе Маши, из серии «Коты воителей», «Знак трех».
Смотрели мы эту книгу в магазине. В магазине она стоит 350 рублей. А если выписывать через Лабиринт или Озон, там получается, ну, примерно такая же сумма, там 200 рублей доставка. Вот. А на Авито посмотрели, пожалуйста, 150 рублей. А девушка приехала вот на остановку Краснодарскую напротив администрации, и все, и книга моя. Так что чего и вам желаем, то есть чтобы ваши возможности совпадали с вашими желаниями. Смотрите мое видео. Недавно я совершил такое путешествие на Малый Утриш, и те, кто не видел эти мои записи, посмотрите, пожалуйста, комментируйте, ну и побывайте там, если у вас есть запас прочности, терпения, то это вам воздастся за этот увлекательный поход. Всего вам доброго, до следующих встреч на моем канале. Пока!